Так, двоих, ребятки, мы зомбиков убили. Так, давайте заберем все солнышки и поставим под воду вот такую штуку, которая... Так, приближается, ребятки, большая волна зомби. Предупреждают нас. О, на машине едет, ребята. Сейчас колеса проколет. Все, ребятки, он проколол колеса. Ага. И взорвался. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра, и мы продолжаем играть в растения против зомби, или Plants vs. Zombies. Так, ну что ж, ребятки, погнали, посмотрим, что здесь. Там новые зомби, ребятки, он на... такой штуки, наверное, которая расчищает улицы или лед. Посмотрите, он на какой-то машине. Уборщик зомби. Так, ну что ж, ребятки. Острый перец уничтожает целую линию зомби. Это мы в последний раз получили. Так, берем вот этого, вот этого, вот этого. Вот этого, дорогие друзья. Так, наверное, вот эту обязательно берем. Вот эту берем обязательно, вот эту. И вот давайте, наверное, ребятки, возьмем вот такую вот штучку. Все, ребятки, теперь мы должны с вами... Обязательно, зачем мы вишню брали, если перец уничтожает то же самое. Так, ну ничего, дорогие друзья, все. Ну что ж, ребятки, мы начали сажать грабли. А что это за грабли-то? Я купил грабли, это, наверное, мы, ребятки, купили грабли, чтобы зомби на грабли наступал. И, наверное, чтобы с ним что-то случилось. Наверное, если зомби будет идти, ребятки, и наступит на эти грабли, то ему даст полбу, еще и конкретно даст, ребятки. Да, сейчас посмотрим, посмотрите, ребят. Мы сейчас посмотрим, посмотрите. Да, ребятки, ему дала полбу и оторвала голову. Вот это прикольно, в действительности. Вот это я понимаю круто. Так, ребятка, там идет зомбик. Давайте мы его просто уничтожим вот так вот и все. Так, и будем дальше продолжать сажать наши растения. Так, опять идет зомбик, ребятки. Так, забираем солнышко. Давайте рожайте солнышко быстрее. Мне надо садить плантации свои. Так, 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 отличненько. Давайте поставим здесь горохострел. Пускай потихоньку убивает зомби. Я так думаю, что мы его все-таки должны, ребятки, убить за то время, пока он дойдет, да. Так, отличненько. Так, давайте еще насадим, ребятки, вот таких штук здесь. И вот так вот, ребятки, посадим. И давайте, наверное, потихонечку уничтожать вот так вот. Опа, отлично. Отличненько, дорогие друзья. Вау, ребята, вот это, конечно, да. Вот это, конечно, круто, вы видели. Вот это прикольно. Так, 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 так. Давайте поставим здесь вот этого. Я думаю, мы должны убить этого, пока этот дойдет сюда, да. Здесь поставим орешек, чтобы его немножко, ребятки, притормозить, так сказать. Потому что... Так, здесь давайте поставим такую штуку. Пускай сразу засосет, кто подойдет ко мне в воду близко. Так, и по всем периметрам, ребятки, выставим наше оружие. Потому что, ребята, это не довольно, это не шуточки. Нам надо постоянно быть в тренде, постоянно укреплять, ребятки, нашу оборону. И таким образом постоянно быть на шаг впереди всех остальных зомби, которые пытаются нас уничтожить, дорогие друзья. Так, отличненько, дорогие друзья, отлично. Так, этого тоже можем притормозить. Этого сейчас уничтожат. Так, сюда вот так вот давайте поставим. Сюда можно поставить тыковку пока что. Так, сюда ставим вот такую штуку. Так, сюда ставим вот такую. Пускай засасывает зомбиков, которые сейчас будут плыть. Так, отлично, отлично, дорогие друзья. Так, смотрите, ребят, ну что ж, у нас уже оборона. Давайте... А, ребята, это поняли по периметру, по всему. Все, понял. Теперь буду знать, для чего этот перец. Я думал, везде он будет уничтожать, а он по периметру уничтожает. Понял. Теперь, ребятки, я все понял. Так, ребятки, меня предупреждают, что приближается очень большая волна зомби. Так что давайте, ребятки, что-то будем потихонечку делать. Как-то надо, ребятки, отыгрываться все-таки. Так, 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 подождите. Вот так вот сделаем. Притормозим немножко. О, ребятки, завелась машина. Этот зомби едет на машине. Ребята, посмотрите, зомби-уборщик.
Он едет на машине пылесосе, ребята, посмотрите, вот это прикольно. Или что это такое? Нет, это не машина-пылесос, он, ребята, замораживает. Это снег чистит, он чистит снег, ребятки. Ух, отлично, ребята, мы его просто уничтожили, вы видели? Он заморозил мне эту, ребята, посмотрите, всю улицу. Вот это прикольно. Так. Так, вот тут сюда этого, ребятки, отлично. Так, сюда вот этого. Замечательно просто. Ребята, пришли другие зомби на каток. И едут. Быстрей. Вот это да, вы видели, сколько зомби пришли на каток. Я понял, это, ребятки, для расчищения катка такая штука сделана. Они делают каток, а потом катаются, ребят. Так, ну что ж, пока все идет, ребятки, по плану, вроде бы. Пока все идет отлично. У нас всего хватает. Обороны, ребятки, хватает. Вполне. Так что, в принципе, все у нас пока что есть. Давайте взорвем вишенку. Отличненько, три зомбика уничтожили. Так, ну что ж, ребятки, посмотрите, наша оборона уже отличненько справляется со всеми заданиями, те, что есть у нас. Так, ну что ж, давайте возьмем водоросли, пускай затянут их под эту. Отличненько. Посмотрите, ребята, какая идет стрельба. Реально, зомби всех уничтожаем. На раз-два. Так, отлично. Пошел. Просто замечательно, дорогие друзья, посмотрите. Вы просто на это посмотрите. Так, сейчас будет, наверное, последняя волна, ребятки. И мы посмотрим, что мы из этого можем, ребятки, получить. С последней волны. Ребятки, опять на машине приехал этот чувак. Давайте его сразу уничтожим. Так, отличненько. Давайте возьмем теперь бомбу-вишенку и уничтожим эту часть зомби. Все, теперь вторую часть зомби давайте уничтожим с помощью перчика вот этого. Так, и у нас еще осталось, ребятки, вода. Вода. Давайте водоросли используем. Одного засосало, а второго, ребятки, мы вот так вот. О, отличненько, дорогие друзья, мы с вами прошли уровень и взяли какую-то штуку. А что это такое? Давайте посмотрим. 100 солнышек стоит, ребята, 100 очков. Пробивают шины и ранят зомби, наступивших на них. Ага, понял, ребятки, это типа шипы такие. Я понял, ну что ж, давайте попробуем. А пробивают шины вот этой машине, наверное, ребятки. Так, берем вот это. В принципе, вот это обязательно тоже. Вот это обязательно. Вот это, ребятки. И вместо перчика давайте, наверное, возьмем вот эти шипы. Посмотрим, на что они способны, собственно, ребятки. На старт, внимание, сажай. Погнали, дорогие друзья. Конечно, немножко не там посадил, где хотел, но ничего. Выкапывать уже не будем, потому что потеряем растение. Давайте сначала насажаем солнышек, дорогие друзья. А потом уже будем переходить к следующему этапу. Зомби пришли, говорит он нам. Так, ну и где же он? Ага, вон он, его сейчас, ребятки, грабли убьют. Так что беспокоиться об этом не стоит. Ни капельки. Так, отлично. Отличненько. Так, все, ребятки, зомбики идут. Давайте вот, наверное, убьем его вот таким тыквой. Все, тыква уничтожила его, ребятки. И давайте будем ставить подсолнухи. Мозги. Так, здесь можно поставить орешек. Пускай кушает его, пускай ему будет, ребятки, очень вкусно. А мы тем временем пока будем садить дальше подсолнухи и наслаждаться нашей, ребятки, игрой. Так, 3, 6, 7 подсолнухов у нас, ребятки, посажено. И мы можем поставить уже горохострел, который потихонечку будет убивать этого зомби. Отлично. Здесь мы тоже поставили, круто, отличненько, просто супер, просто замечательно, ребята. Так, здесь есть, давайте здесь вот этого поставим, здесь вот этого. Так, ну что ж, ребятки, у нас по всем периметрам практически стоят эти, стоят обороны уже солнышек, посмотрите, они довольно-таки приносят нам нормальные плоды. Так что я считаю, что мы должны теперь выстраивать оборону из пушек вот таких вот. Теперь это будет в два раза круче, ребятки. Давайте поставим шипы, посмотрим, что это будет. Ага, ребята, зомби наступил на шипы и его, я так понял, немножко поломало.
так там два зомбика сразу убила, отличненько, это мне очень нравится, ребятки. Так, здесь давайте поставим две, пускай уже два стреляют, грохострела. Так, здесь поставим тоже такую штучку. Так, ну что ж, давайте, мне нужен грохострел еще, ребятки, вот здесь вот поставим. Потому что время идет, а убивать их же надо, ребятки, да? Так что давайте, собственно, покатим, посмотрим. Ну, отлично, ребята, посмотрите, сколько у нас уже солнышек. Просто супер, я считаю. Так вот. Отличненько, просто супер. Все, еще давайте, приближается большая волна зомби, предупреждают меня, ребята. И мы слушаемся, ребятки, и потихонечку готовимся к войне. Так, ну что ж, я готовлюсь, ребятки, к войне и буду по всем периметрам ставить эти пушки свои, горохострелы, потому что по-другому, ребятки, просто-напросто никак, просто не выжить. Ага, ребятки, здесь надо ставить водоросли, потому что меня сейчас просто уничтожат, если я не поставлю водоросли. Так, также, ребятки, здесь надо, наверное, поставить вот такую штуку, пускай уничтожит зомби. И, наверное, второй горохострел надо, ребятки, срочно поставить здесь вот. Все, отличненько. Так, а также второй горохострел мне надо, ребятки, срочненько поставить, знаете где? Давай, быстрее горохострел вот здесь вот, чтобы уничтожил быстрее этого нехорошего зомбика. Мы пока поставим здесь орешек, пускай его немножко притормозит, дорогие друзья. Так, отличненько, все пока что идет. Так, оборону мы, ребятки, немножко настраиваем. Уже первые плоды у нас... Пожинаем мы плоды наши. Уже первые плоды, ребятки, у нас есть. Это просто отлично, дорогие друзья. Так, отличненько. Так, что же его так долго-то не может убить, да? Так. Еще одного давайте поставим. Горохострелы надо, ребятки, покупать, потому что это такое дело. Нужное. Так, давайте по всему периметру повыставляем, ребятки, вот такие штуки. Чтобы и колеса пробивали, и ребятки, так, давайте, где мой горохострел? Поставим на третью платформу горохострел, отличненько. Так, супер. Так, здесь вот такую штучку пускай утопит нашего зомбика. Так, теперь мы берем, ребятки, ставим вот такую штуку еще здесь. И, собственно, ребятки, все, давайте ставить еще горохострелы. Будем отбивать атаку, куда же это годится-то? Все, вот так вот. Что, ребятки, пошла война, пошла жара. О, отлично, два зомбика сразу, ребятки, припечатала. О, монеточки я забрал. О, отлично, и забрал солнышки тоже. Так вот, пускай стреляет. Пускай под воду затаскивает его. Отлично. Так, теперь надо еще поставить горохострел здесь. Ребятки, и поставить горохострел еще. Тут вот поставить такую штучку. А тут вот надо было наоборот выкопать, ребятки, и поставить горохострел. Вот так вот. Все, и горохострел еще надо поставить, ребятки, знаете где? Сейчас я вам покажу. Так, там плывет, ребятки, водолаз, его надо уничтожить. Я уже чувствую отсюда, что водолаза надо потихонечку бить. Вот так вот, бить. Все, отлично. Так, ребятки, приближается большая волна зомби, предупреждают меня. Но у меня вроде бы оборона, ребятки, отличная. Мы можем еще, конечно, выставить. Но, тем не менее, ребятки, у меня оборона супер просто. Если просчитать по меркам таким, то у меня оборона просто отличная, ребятки, посмотрите. Просто гляньте на это. Так. Сюда водоросли. Так, там плывет этот, ребятки, подводный этот. Давайте поставим вот такой вот. И пока он его будет есть, его, наверное, убьет. Все отлично. Так, здесь у нас все стреляется тоже хорошо. Так, бомбочку, ребята, давайте подождем немножко. Поставим бомбу, бабах. Так, два есть. Два уничтожили мы, дорогие друзья. Так, теперь подождите. Мне надо... Пускай засасывает. Ого, ребята, посмотрите, сколько их. Да что ж ты будешь делать, а? Ой-ой-ой-ой-ой, сколько же вас-то здесь. Ну ничего, ребятки, я думаю, мы все атаки должны отразить. Посмотрите, ребятки, какая у нас оборона. У нас такой обороны, ребятки, еще никогда не было. Посмотрите, как много у нас горохострелов.
Мы с вами очень по-умному расставили, ребята, все фишки. И таким образом мы побеждаем, ребятки, в этой игре. Отлично. Просто супер, дорогие друзья. Классно, 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 классно. Так, давайте этих утопим. Этих пускай еще на колючки наступят. Так, и давайте будем собирать деньги на бомбу, что ли. Так, он пока есть орешек, его убьет, да, автоматически, ну да. Так что давайте, собственно, с вами поставим еще вот таких вот колючих штук. Так, там уже, ребятки, зомби доходит ко мне, к этому, посмотрите. Это никуда не годится, он сейчас начнет хавать мой этот. Так, надо срочно, ребятки, покупать бомбу. 150, ну что, ребятки, погнали. Так, двоих, ребятки, мы зомбиков убили. Так, давайте заберем все солнышки и поставим под воду вот такую штуку, которая... Так, приближается, ребятки, большая волна зомби. Предупреждают нас. О, на машине едет, ребята. Сейчас колеса проколет. Все, ребятки, он проколол колеса. Ха-ха. И взорвался. Вот это прикольно. Это, конечно, было реально эпично очень. Посмотрите, ребятки, на нашу оборону. Посмотрите, какая война, ребята. Вот это пошла жара. Посмотрите, ребятки. Я уже даже не знаю, куда, ребятки, ставить эти бомбы, потому что реально это просто круто. Посмотрите, ребята, пошла война. Так, ну здесь, я считаю, давайте выкопаем эту, ребятки, и поставим зомби вишенку вот здесь, вот, чтобы она уничтожила всех остальных. Отличненько, дорогие друзья, и мы с легкостью с вами прошли этот уровень, потому что мы выстроили отличную оборону. Так, ну что ж, погнали, что это, ребятки, у нас? Мы взяли какой-то пень, который горит, что ли, я не знаю, что это такое-то. Так, что же такое-то? Вы получили новое растение. Горошины, прошедшие через него, становятся огненными шарами. Ага, ребята, все, это увеличивает мои шансы на то, чтобы победить, дорогие друзья. Отличненько. Ну, а этот эпизод, дорогие друзья, подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Мы играли, ребятки, в растения против зомби. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Также, дорогие друзья, не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео на моем канале. Пока-пока, ребята!